Добрый день, уважаемые зрители, телезрители, гости моего канала и, конечно же, уважаемые мои подписчики. Всем хорошего дня, всем отличного настроения хочу вам пожелать. Хорошей погоды. Пришла я с больницы, сегодня буду готовить и предлагаю вашему вниманию чисто мужское блюдо будет готовиться у меня из говядины, называется бифштекс. Отсюда это мне... Марта! Вот не дает говорить ничего! Хулиганье! Хватит пищать, скулить! Внимание требует, видите? Что для этого блюда требуется? Да ничего не требуется вообще, практически. Требуется кусок говядины. Вот эту кость сейчас вырежу, но... С мякушкой вот так вот вырежу я ее. Пойдет у меня на бульон. На бульон буду готовить, но это уже в следующем ролике. Завтра буду готовить, девочки. Вы, наверное, уже поняли, да, что у меня ролики всегда выходят в свежие, испеченные выпуски. Я как записываю, так сразу выкладываю, как бы, да, в этот же день. У меня там не собираю, я не умею собирать частями что-то там, да, как там блогеры собирают. Как записала, так и выпустила. А вот, значит, отрежу вот так. Пойдет вот у меня на сборную солянку кусище. Это мякоть и кость будет для бульона. Сладкая косточка. А вот это на бифштекс. Бифштекс. Для бифштекса нужно вот мякоть. Угу. Соль, перец. Вот. Ну и все, чтобы превратить это все в фарш. Никаких добавок туда не идет, ни лука в фарш не идет, ничего, девочки, немножко воды. А это вот потом это уже тоже отдельно будет обжариваться. Нарезала лучок вот так крупными кольцами. Я его подслащу, чтобы отпассеровать цвет карамели, да, был. Немножко подсолю и все, это после мяса. Ну, короче, по ходу вы все увидите, девочки. Мальчики тоже. Это чисто мужское блюдо такое, знаете, чисто для мужчин. Вот. А для девочек, я вот сегодня готовлю свое любимое блюдо деликатесное. Купила я девочке капустку. Я ее отжала. Кто-то просил очень записать ролик. Ну, короче, такого формата записываю. Я по-другому не умею. Короче, тут все, короче, смотрите, запоминайте, записывайте, как можете. Отжала капусту, я тут немного делаю на сегодняшний день, мы там тесто вчера готовила. Отжала, пол лука покрошила мелко, и вот сейчас это, она у меня потушится, ну где-то приблизительно минут 30. Масло растительное налила для размягчения, немножко так отпассируется, как вы понимаете. Это для начиночки. Это чистое блюдо для девочек, для женщин. Для девушек, вот, очень полезные, девочки, очень. Ну, и вот это чисто мужское блюдо. Ну, конечно же, я тоже от куска мяса не откажусь. Ну, как-то так. Что-то у меня настроение такое не очень-то. Да сделали укол, десна болит. Вот от укола болит десна, хотя делают очень тонкой иголкой, да. Там и болеть нечем, там нерв, ну, нерва-то нет давно уже. А просто, ну, десну растеребили с этими иголками. Там спереди в три места воткнула она ей уколы, сзади в три места воткнула, заморозила все на свете. Ну, неприятная, короче, ситуация, поняли, да? Удивительно, короче, вообще кусок этот был вообще без отходов. Обычно вот края надо было обрезать грязные. А тут вообще все чисто. Вот такой масол сладкий, да, его столечко мяса я немножко оставила, потому что будет еще колбаса и окорок входить сюда. На бульон. Классный будет с этой косточки бульон. Вообще мясо главное и дешевый кусок. По 400 с чем-то, по 460 рублей, да? И супер. И вот на бифштекс у меня. Мясо отборное, говядина видно прям по цвету очень хорошая. Не старая говядина, я потому что в мясе очень хорошо разбираюсь. Вот. У меня мама-то повар же по образованию. Это она меня как бы с детства уже научила в мясе разбираться. Сейчас поставлю бульон.
Бульон сготовлю сегодня, но сам этот, как его, солянку буду делать завтра, потому что еще оливки не купила. Вот, и сделала капустку. Вот такой имеет цвет. Она минут 20 где-то потушилась на самом слабом огне с лучком. Сейчас остынет, буду делать варенички. Заправлю лучок. Сейчас немножко посыплю сольце. Чуть-чуть вот так. И сахару. И все, девочки. Оно так по... не уксуса, ничего, потому что я его буду обжаривать после мяса, после этого бифштекса. Разделю на колечки. И оно постоит немножко, пока я буду готовить бифштекс, пока сейчас буду крутить мясо. Ну, вот такой шикарный фарш получился. Классный, кстати. Сейчас я его посолю. Поперчу. Перец закончился. Надо Кольке сказать, чтобы этот растолок придется добавлять в пузырьке. И разомну. Что такое-то? Здесь приблизительно где-то грамм 800 фарша. Наливаю грамм 100-120 воды кипяченой. Нет, грамм 100 хватит. И разминаю хорошо. А, вот, все перемешала. Отбила. Кстати, обязательно надо отбить. Лук подготовила. Все убираю в холодильник. Ну, где-то на полчаса сейчас я сделаю вареники себе. Я сильно, девочки, хочу кушать. Тесто у меня готово. Я вчера приготовила. Вот такую колбаску. Сейчас я ее нарежу, девочки. Нарезаем эту колбаску. Ну вот, я делаю крупные вареники. Крупных вареников капусты больше, теста меньше, девочки. Вот. Сделаю я где-то приблизительно 5 вареников у меня получается. Да? 3, 5. 5 вареников мне хватит. Вот. Постолько. Тесто делаю, значит, я себе делаю только вареники. Обычно, если я много делаю вареников, я делаю пластом и нарезаю стаканом кружки. А так я делаю, вот тесто сделала на 3 дня, да? Одно яйцо, 100 грамм воды кипяченой, щепотка соли и на глаз муки. Ну и в конце растительное масло, все замешиваю 5 минут. В пакет и в холодильник. Вот такие кружочки делаю. Ничего, девочки, сложного. Для себя любимый можете себе позволить. Тесто у меня на 3 дня. Я каждый день делаю по 5-6 вареников. Вот так. Они очень полезные. У них очень много кальция, магния, девочки, в капусте. В капусте я имею в виду. А тесто, оно не калорийное, что там, чуть-чуть. Оно еще, главное, расфасовываешь его, раскатываешь тоненько. Поэтому оно, как бы сказать... Ну, мало там калорий. 100 грамм, 209 калорий, что ли? Ну, вот. Нормально, короче. Вот такая любовь, девочки. Раскатываю вот на такие кружки. Ну, вот толщина где-то, наверное, тесто миллиметр. Вот так вот. Вот так, девочки. Поставила я воду уже. Посолила и ловушку пустила. Ну вот, вот такое тесто. Сегодня, девчонки, покупаю капусту в магазине-то. И, ну, продавщица спрашивает, про рецепт вареников интересовалась, как я готовлю. Стала рассказывать. А там стоял молодой мужчина, ну, наверное, Колькин ровесник где-то, ждал филе селедки. И, короче, он говорит, я тоже люблю вареники. А вы, говорит, меня угостите? Хотя бы, говорит, привезите, говорит, оставьте через продавца. Я говорю, ага, в следующей жизни, говорю. Вот. А вы, я, говорит, знаю, говорит, вы, говорит, очень вкусно готовите. Я говорю, да, я готовлю очень вкусно. Видите, я угадал. И, короче, знаете, что? Пытался познакомиться со мной, завязать знакомство. Вот такие большие вкусные вареники, девочки. Они, главное, знаете, менее калорийные. Больше капусты, меньше теста. Когда делаешь маленькие, это... Ну, тесто много кушаешь, сами понимаете, да?
Вот, и все. Вот так косточку делаешь. Ничего, девочки, сложного нет. А можно, говорит, я вас, говорит, это, провожу туда-сюда. Я говорю, я слишком далеко живу, говорю, провожать далеко придется. А где, говорит, вы живете? Я говорю, в Марпасаде. Ну, ничего, давайте, говорит, погуляем по городу. Говорит, я, говорит, вас могу и до Марпасада проводить. Я говорю, не стоит. А вы, наверное, замужем? Я говорю, да, замужем. Я говорю, у меня муж молодой, красивый, говорю, темпераментный, сексуальный, говорю. Вот, на 10 лет меня моложе, туда-сюда, 15 лет, говорю, вместе живем. Он говорит, ревнивый, я говорю, очень. И сразу девочки отстал. Я говорю, он мне говорит, что я самая лучшая женщина на свете, меня никому не отдаст. Верю, верю. Вы, говорит, вообще классная. Я говорю, еще бы. Глупо было бы быть не классной девочке. Правильно я говорю? Вот так, девочки. Чуть ли жених тут не подцепился. Вот так, смотрите, красавицы мои. Вареников моих захотел отведать. Нормально? Это же, конечно, ненормально. Самой-то мало, блин. Вот такие. Классные получаются, девчонки. А вкусные! Ой, девчонки. Если бы вы знали, какие они вкусные. Не знаю, конечно, на любителя, но для меня это самая вкусная еда зимой. Я их очень-очень люблю. Я каждый день их могу есть, каждый божий день. Ну что, тут по 2,5 столовой ложки помещается капуста. А капуста, она очень полезная, девочки. Она для кишечника. Для квашеной, я имею в виду. Для сосудов, для сердца, девочки. Готовьте. Тесто у меня эластичное. Вот знаете, чего-чего, я с тестом вообще на короткой ноге. Просто на короткой ноге. Хоть какое тесто я вам могу сделать. И быстро делаю тесто. У меня всегда все быстро, девочки, получается. Ну, всю жизнь с этой едой, блин. Раньше, когда Владик у меня в школу ходил, я пекла тазами, ну, большие блюда такие эмалированные, пирожки, булки, большие пироги делала через день. Ватрушки большие. Ну, вот. Сладкий пирог он меня не любит, он меня любит с капустой, с квашеной и мясом, большие пироги. И ватрухи с творогом. Вот, девчонки, такая красота. Ну, разве плохо? Вот сейчас я их отварю, да, и перекушу до ужина. Это же, знаете, а знаете, какие они сытные? Это обалдеть просто. И главное, они очень хорошо усваиваются. Очень, девочки. Тяжести никакой нету. Вот. Перевариваются очень хорошо кишечником. Сытно и легко. Я вам честно говорю. Ну, вот такая красота, девчонки. Вот. Вот так, девочки, делаю. И все. И вот и все. Вот мой, девочки, обед. Видите, какая красота. Ну, что еще надо? Вот оно счастье. Вот, девочки. А экономика какая? Какая экономика-то? Вот, приготовились. Посыпала перцем. Наливаю, девочки, рассол от капусты. Вы знаете, это безумно-безумно вкусное блюдо. И безумно полезное. И масло растительное. Это просто безумно, девочки, вкусно. Безумно. Вот. Готовьте, девчонки. Вот такая красота. Берешь, отламываешь, в роте кладешь и запиваешь рассольчиком, кисло-солененьким таким, ядрененьким. Девчонки, у меня уже слюня текет, я побежала кушать. Фарш у меня постоял немножко, вот подготовила вот такие полуфабрикаты бифштекса. Высота, ну, миллиметр где-то, полтора, не больше. Все, поставила сковороду разогревать, маслица растительная. Сейчас буду готовить. Все, шкварчит, девочки. Хорошо сковороду разогрела, на раскаленную сковороду положила, убавила огонь. Ну, наверное, где-то буду минут по 5 готовить, 6-7 с каждой стороны. Шкварчат бифштексы, вот это уже как бы, ну, вторая очередь идет у нас. Вот 3 штуки я поджарила,
Вот такие они получаются, девочки. По 5 минут каждая сторона. И сейчас вот эти. Потом я их уберу и сделаю сейчас лучок немножечко. Отпастирую. Потом сверху накрою опять бифштексом и под крышку еще минут на 2-3, чтобы дошли. Такая вкусняшка будет. Вот такой делаю лучок красивой, девочки. К мясу. К мужскому блюду. Будет очень-очень вкусно. Будет вот такая красота и вкуснота, девочки. И сейчас на этот прям убавляю огонь, положу мясо сверху. Совсем под крышечку, совсем-совсем ненадолго. Вот эту красоту накрываю крышечкой. Убавляю огонь на минуты 2-3. Чтобы тщательно взялось, потому что снаружи обжарила, чтобы внутри дошло как бы. Ну вот, приготовила колечки ужин. Вот такая вкусняшка и красота. Вкусной, здоровой пищи ждет. Я картошку помыла и в мундире, прям в шелупаке, отварила ее, запекла в микроволновке. Это очень быстро, 8 минут. Картошка готова, я ее порезала лучком. Видите, сверху положила лучок обжаристый, очень-очень красивый, очень вкусно, очень смотрится аппетитно. Здесь квашеная капустка и, конечно же, которой я мариновала огурчики, очень вкусные, нарезала сверху. Вот такой деликатес ждет моего мужа, сейчас он уже придет с работы и будет кушать. Как вам, девочки, пишите комментарии, я думаю, что... Вообще прекрасно, очень полезно. Ну, а я съем, конечно же, на вечер без картошки. Просто один бифштекс с огурчиком и все дела. А это на завтра я отварила уже бульон. Завтра буду готовить сборную солянку. Запишу в видео рецепт, как я ее буду готовить. Посмотрите, какой классный, красивый бульон. Еще раз повторюсь, что, конечно, бифштекс это только для настоящих мужчин. Вот. Рубленый говяжий бифштекс. Это очень-очень вкусно. И не только очень-очень безумно вкусно. Без всяких добавок, чистое мясо, девочки. Ну и очень полезно. Всем хорошего вечера. Девчонки, напишите мне в комментариях, пожалуйста, как вам рецепт диетических вареников для девушек среднего возраста. Они очень полезные. Ну, естественно, и бифштекс для настоящих мужчин. А что вы готовите своим мужчинам на вечер? Чем вы их кормите? Поделитесь со мной со своими рецептами в комментариях. Будьте добры. Мне будет очень-очень приятно. Всех люблю, обожаю, обнимаю, целую. Готовьте вкусно, ешьте с аппетитом. Всем пока!